В некоторых районах Карачаево-Черкесии уже началась уборка зерновых колосовых. Одним из первых к полевым работам приступил Ногайский район. Всего таких культур здесь посеяно на площади 1974 гектара. В одном из хозяйств, где в эти дни убирают пшеницу в СПК «Тахтамыш», побывала наша съемочная группа. Мадина Каракетова подробнее. У комбайнера Аскер Бекумукова сейчас горячая пора. С самого утра до позднего вечера он и его машина в поле убирают пшеницу. Если погода даст, и 18 так идет уборка в этом хозяйстве. Комбайнером Аскерби работает более 25 лет и считает, что уборка хлеба – это самая благородная профессия. Аскерби помнит времена, когда и техника была похуже, и платили гораздо меньше, но терпеливому Бог дает, уверен он. Теперь у Аскерби зарплата достойная и машина современная. Не каждый такой похвастается. Умные приборы в его комбайне держат в курсе всего, что происходит там, за кабиной. На прибор показывает влажность, сколько центнеров с гектара дает, обороты. Зазоры в решетах. Это скашиваемый, он попадает в ротор. После ротора попадает в решето, решето очищает пшеницу и бункер. А солома выходит к измельчителю, измельчает. А потом это все забирают машины? Потом эту пшеницу забирает машины, урожай в машине. В бункер комбайна помещается 7 тонн зерна. Уборка пшеницы в хозяйстве началась несколько дней назад, но уже успели убрать больше половины полей. 613 гектар у нас. Из них мы 400 гектар уже убрали. Больше половины убрали уже. Вот если дожди не помешают нам, думаю, что успеем убрать все. Пшеницы, в общем, думаю, что удачный год. И урожайность, и качество пшеницы. Думаю, что нам хорошо будет, нормально. Гектара у нас где-то порядка до 70 центнеров с гектара берем на сегодняшний день. Созрела пшеница или нет, здесь предпочитают определять так называемым дедовским методом, но очень верным. Для этого нужно сначала отломить колосок, размять его в руках, надкусить зернышко. Если оно стекловидное внутри, пшеница уже созрела и можно приступать к уборке. Для пшеницы, в частности, погодные условия хорошие были, но за последнее время у нас вот засуха наблюдается, поэтому для тех, для пропашных, в частности, для кукурузы, чуть-чуть погода не совсем благоприятная, и для свеклы также. СПК занимается только растениеводством, в частности, выращиванием кукурузы, пшеницы, сахарной свеклы, ну и в этом году вот пробуем сою. Свеклу в Тахтамыше посажено на 200 гектарах зерновой кукурузы, на 635 и на 112 соя. Общая площадь посева в 1500 гектаров. СПК Тахтамыш – одно из самых крупных и эффективно функционирующих хозяйств Карачаево-Черкесии. Каждый год предприятие становится одним из передовых по показателям деятельности. Председатель СПК Башир Карасов надеется, что несмотря на то, что засушливое лето все же внесло свои коррективы в планы СПК, но все же и в этом году они получат неплохой урожай с каждой культуры. Ракетова, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.